Современные автомобили скорой медицинской помощи класса А марки «Газель» приобретены по распоряжению мэра Черкесска Руслана Тамбиева. В салонах новых карет скорой помощи установлены аппараты искусственной вентиляции легких, сейф для хранения наркотических медицинских препаратов, дефибриллятор и розетки для его подключения, носилки и каталки нового образца, шины для фиксации больных при различных переломах. Также одной из отличительных черт приобретенного автотранспорта является визуальная обтекаемость сирен. Они надежно защищены пластиком. Все машины скорой помощи подключены к системе ГЛОНАСС, что позволит максимально рационально использовать автотранспорт. Мы получили сегодня две новые машины скорой помощи. С учетом того, что в этом году мы обновили рацию для скорой помощи, медицинская помощь, как экстренная, так и неотложная, будет приближена к населению города Черкесска. Стала традицией ежегодно обновлять парк автотранспорта, и я хочу сказать, что за последнее время значительно снизилось количество жалоб населения на то, что скорая помощь доезжает с опозданием. Как отмечают сотрудники станции скорой медицинской помощи, получение двух современных специализированных автомашин стало большим подспорьем для этого учреждения. Ведь в день в скорую помощь Черкесска поступает от 140 до 160 вызовов. Новые машины дадут возможность более качественно и в срок оказывать первую помощь населению. На сегодняшний день 9-10 бригад в день осуществляют скорую медицинскую помощь для жителей Черкесска. Автомобили приобретаются у нас ежегодно, начиная с прошлого года. В том году мы получили две машины класса А, также автомобили «Газель». Надеемся, что ежегодно будем приобретать и обновлять наш автопарк автомобилями данной категории. По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Черкесска Анзора Охтова, во главе злободневных проблем возглавляемого им учреждения стоит нехватка кадров. Вместе с тем, по словам Анзура Фадовича, в целом в нашем регионе 60% автомобилей скорой помощи изношены на 100%. Только по Карачаево-Черкесской республике порядка 60% автомобилей по республике – это машины со 100% износом. Но проблема обновления этого автотранспорта активно решается по городу, и кроме этого, Минздравом Карачаево-Черкесской республики также приобретались автомобили скорой медицинской помощи. Две единицы транспорта приобретены для станции скорой помощи на общую сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей. Таким образом, автопарк скорой помощи составляет 14 автомобилей. Ведь от состояния транспорта и его количества зависит, насколько оперативно медики приедут к больному. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.